Талые воды топят дворы поселка Байкадам Бухар-Жыравского района. Сельчане опасаются повторения Кукпектинской трагедии. По словам жителей, опасная ситуация сложилась из-за несвоевременной уборки снега. Руководство района уверяет, что у них все под контролем, а за дворовые территории должны отвечать сами жильцы. Это дворы поселка Байкадам. Огромные сугробы местами уже начали таять и подтапливать постройки. Дом Тимиржана Туксамбаева всю зиму пустовал. Из-за обильных снегопадов жилье оказалось в снежном плену. Сейчас здание сыреет, на стенах появилась плесень. А местные исполнительные органы, по словам главы семейства, лишь кормят обещаниями помочь. Надо карта взломала ноги был, бумаги. Снег не чистят, только обещают. Мой дом всю зиму был завален снегом, сейчас он сырой полностью. Мы зимовали у родственников, в акимате помощи не дождешься. Сельчане жалуются, что снег убирают очень плохо. За всю зиму дороги в населенном пункте убирали лишь накануне приезда больших чиновников. Дорогу нам чистили всего один раз, когда аким области проезжал Ботакару. Весь снег накидали к нам в поселок, а теперь теплеет и нас топит. Если так будет продолжаться и дальше, мы поплывем. Вода потихоньку оккупирует дворы, сараи и гаражи. Если снег начнет таять быстрее и не прекратятся дожди, вода затопит и дома, жалуются люди. Однако власти района абсолютно спокойны. Чиновники заверяют, у них все под контролем. Дорогу вдоль поселка чистит компания «КазАвтодор». В ближайшие дни они должны приступить к расчистке арыков и ливневок. У нас все под контролем. Мы готовы к весеннему половодью. Техника есть. По районам акимате функционирует единая диспетчерская служба. Всем, кто жалуется, мы помогаем в уборке снега. Но расчистка снега во дворах – это обязанность самих жильцов. Всего в Бухар-Жыравском районе 68 населенных пунктов. Пока ситуация с весенним половодьем относительно стабильная. Недавно отопило дорогу в районном центре. Правда, чиновники своевременно ликвидировали потоп. А пока сельчанам ничего не остается, как чистить снег своими руками и запасаться резиновыми сапогами. Айем Амрина, Жасулла Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.